Ну, очень была продуктивная сегодня встреча. Мы обсуждали, в первую очередь, развитие спортивной инфраструктуры, потому что планируется к реализации очень такой интересный проект, связанный гуманитарно-культурно-спортивного центра, где будет очень хорошая, должна быть создана хорошая инфраструктура для развития в основном базовых видов спорта в Псковской области. Сегодня обсуждали эту концепцию. Мне кажется, при его реализации действительно и Псковская область, да и вообще весь северо-западный регион получит действительно такой очень хороший спортивный центр. Также мы обсуждали завершение реконструкции биатлонного комплекса. Вы помните, совсем недавно мы планировали проводить там в Псковской области первенство мира. Вот этот комплекс нуждается в завершении, потому что действительно это историческое место, находится в городе Остров, очень красивое место, нужно его перезавершить, ну и будет такой еще один центр развития биатлона. Развитие центра гимнастики имени Алексея Немова мы тоже сегодня обсудили. Ну а также, конечно, реализация самого важного проекта, который сейчас перед нами стоит, задача выполнения 55% вовлеченности. Я очень рад, что и губернатор поддерживает развитие спорта. Конечно, спорт является приоритетом, наверное, губернатор сам скажет. Да, безусловно. В первую очередь хочу поблагодарить и министерство, и Павла Анатольевича за поддержку. Для нас это очень важно. Действительно, есть ряд проектов, которые нам нужно завершить, и есть несколько амбициозных проектов, вот о чем Павел Анатольевич уже сказал. Это создание гуманитарно-спортивного центра, крупный проект, и мы рассчитываем, что вместе с Минспорта, с Минобразования и Минкультуры мы этот проект реализуем. Проинформировал Павла Анатольевича о том, как идут работы по реконструкции стадиона «Машиностроитель». Это один из объектов, на которых будут происходить мероприятия Ганзейских дней, ну и попросил поддержки в том, чтобы вернуть те средства, которые были не освоены в прошлом году по проектам.